Здравствуйте! Этот понедельник очень активный, деятельный и продуктивный, но есть свои «но». Вы можете переоценить свои возможности, например, взяться за проект, который сложно реализовать, дать обещание, которое сложно выполнить. Поэтому лучше не ввязываться в глобальные проекты, а решать краткосрочные задачи. Но главный совет от звезд – реально оценивайте свои возможности. Спорту и бизнесу сегодня зеленый свет, а вот общение с начальством лучше отложить. И про обещания не забывайте. Не даем обещания и не верим обещаниям. Видите, все просто. Удачи вам и до встречи!